Привет, дорогие друзья, с вами Воблер, и добро пожаловать на канал. Вас всех хочу поздравить с Новым годом, уже у нас на дворе 2017 год, уже пора работать, пора снимать ролики для канала Воблер, пора вам что-то новенькое показывать. Итак, прошлую серию по игре Gear Up вы поддержали как лайками, так и просмотрами. И я, ребятки, только что провел два боя, заработал 11 G валюты какой-то, мы сейчас построим свой танк и пойдем нагибать дальше. Что я для себя понял, ребята? Здесь в игре нужны танки не бронированные, а скоростные. Если твой танк скоростной, значит ты будешь нагибать. И неважно даже, хороший у тебя танк или плохой. Я вот сыграл парочку каток и увидел, что люди намного, как бы, на крутых танках, а играют хреново. Вот так вот бывает. Итак, хватит болтать, пойдемте, ребята, в конструктор. И, кстати, нам нужно что-то прикупить. И я хочу прикупить какую-то пушку более мощную. Потому что вот я стреляю и чувствую, как будто не хватает мне дамага. Кстати, давайте для начала посмотрим, что у меня вообще за орудие и что оно может, это орудие. Так, броня... Это танк, масса, скорость, разгон, урон в секунду. А, вот у нас урон в секунду 43. Что назначает, вообще не ясно, но урон в секунду 43. Посмотрим, что нам предлагают разработчики своими другими пушками. Так, у нас магазин деталей и есть у нас орудие. У нас очень много орудий и у нас урон в секунду, не в секунду, просто урон, да? Давайте посмотрим, что мы вообще можем прикупить и поставить так. А, также здесь я вижу, есть урон, а скорострельность. То есть здесь у нас урон больше, но скорострельность меньше. Какую пушку выбрать, я даже не знаю. Револьвер. Урон, а ту скорострельность вообще он будет идти чисто попадать. Нам надо такое оружие, чтобы бах, и нет другого танка. Сейчас мы посмотрим, на что у нас хватит денег. А у меня сколько? У меня 11, да? Вот прикольно. Крылатая ракета, но она редко стреляет, да, мы видим. Генератор Теслы, ух ты. Что это такое? Радиус поражения. А, тут еще радиус имеет значение. Ёлки-палки. Радиус 5. Что 5 метров, километров? Непонятно. 5. Просто 5. Дальность. Скорострельность. Ух ты, юх. Это что, снайпер мы? Это мы, получается, снайпер. Ого. Ну, давайте. Урон 50. Дальность. Ничего себе, какая огромная. И боезапас 8. А еще боезапас, елки-палки, сколько здесь у нас параметров. Честно сказать, даже не знаю, что бы выбрать. Что-то дробовик. Нам нужно что-то такое, чтобы мы могли подъехать в ближнем бою и стрелять. Потому что я воюю в ближнем бою. Вот я поиграл и понял, о, пулемет, миниган. Замечательно, смотрите. Урон 4, скорострельность 9,9, радиус 2. Боезапас 225. Ну давайте, наверное, возьмем миниган. Начнем с него, ребята. Оружия очень много. Поставим на свою тачку, да? И посмотрим, что у нас с этого получится. Пулемет, так, продать. Какое продать? Я ж только его купил. Итак, где наш конструктор? Где наши орудия? И ставим миниган. Вот я поставил миниган. Пик. Так, а что у нас было за орудие? У нас было урон 35, скорострельность. Ага. Боезапас 20. Тут у нас 200. Ну, давайте посмотрим, что творит наш миниган. Сейчас сразу пойдем в какую-то каточку и постараемся там поиграть. Так, кстати, я еще не рассмотрел, что у нас есть за режимы. Есть любой, есть захват, командный бой, бой и салочка. Ну, давайте в любой мы куда-то... Вот, командный бой 16 на 16. Ну, давайте пойдем и сыграем. Давайте приконнектимся. Посмотрим, что у нас получится повоевать с этого минигана. Конечно, у нас корпус стоковый, башня стоковая, гусеницы тоже стоковые. Но ничего страшного, я надеюсь, что мы будем играть аккуратно. Просто что чувствую, 70 единиц здоровья у этого танка очень маловато, я вам скажу. Бывали такие тут танки, которые просто с двух выстрелов меня уничтожали. Тут главное их, скажем так, не попадать. Так, сейчас постараемся приконнектиться. Вот так вот. Отлично, отлично. Куда нас попало? Вообще, командный бой. Синие, красные. Ребята, первый раз в командном бою. Честно вам отвечаю. Сменить команду. Да пусть будут тут синие. А что, все, конец боя? Отлично. Кто?
синие продули, то есть я продул. Я еще не за. Ваш результат всего, я заработал одну G-монету. G-монета. G-монета, G-монета. Ну ничего страшного, сейчас будет новый бой и новая каточка. Загрузка, командный бой. Вот сейчас и посмотрим, что мы себя будем представлять в командном бою. Так, у нас команды подгружаются. Теперь Vortex 47. Ого-го, какой нагастый, смотрите. О, ёлки-палки, вы посмотрите, с выстрела убил. Я понял, в начале боя надо указать точку, где хочу появиться. Вот, ладно, ну давайте возле наших появимся. Надо еще указывать. На этой карте мы вроде бы уже были. Наш робот красный, вот наш миниганчик такой. Угу. Ну мы, в принципе, можем, я думаю, издалека тоже наваливать. Что мы проигрываем, уж, получается, у синих уже 7. А у нас еще ничего. Так, где они вообще ездят? Так, выходите! Вон сверху они вдвоем держатся. Ох, смотрите, вдвоем ездят. Убили одного. Ай-яй-яй, вали, бежим. Спасайся бегством, быстро спасаемся. А, он перевернулся, что ли? Что там сзади происходило вообще? Смотрите. Он отвлечен или перевернут? Что с ним? Я его убил, смотрите. Непонятно, что происходит. Вдвоем ездят. Ай, убили меня. Ясно, смотрите, какие у них колеса крутые. Там уже и огнемет, пушка, еще что-то. Блин, вот это каждый раз надо выбирать, где респануться. Ну давайте мы прям в замесе. А что же мы будем? Замес так замес. Ох, и у нас и пушка, ребята, я вам скажу. Это просто жесть. Мы можем чисто добирать противников. Эта пушка у нас отстойная. О, какой крутой танк у него, смотри. У него тоже миниган, только у него круче миниганчик. У него миниган, а у меня просто миниган. Так, убили, отлично. Кто-то мне в попу постреливает. О, недобиток, смотрите, давайте мы недобитка. Я могу недобитка подбирать. О, нагастый какой. Я не знаю, что он себя хотел сделать, на меня напасть. У него понты хп, он решил на меня напасть. У меня, кстати, тоже очень мало жизни, потому мне надо подъехать и подхилиться. Где у нас находится здоровье. Кстати, удобно, с правой стороны показывается, сколько снарядов. А почему на той пушке ничего не показывалось? Или я не замечал? Ну да ладно, сейчас возьмем хпшку. О, нам не помешает также щит. О, если бы еще на щит попасть. Ух, это наш. А в чем проблема? Мы сливаемся, еще 6 минут. 6 минут до конца боя и все, ребята. Ох, тут главное еще карты выучить, а то сейчас поеду куда-то не туда, куда надо. И все, на этом закончится все. Надо точки захватывать. Где вообще точки находятся? Ну, да. А вот стоит, смотрите. Снайпер, что ли? О, мы нехило берем. Спрятался? Угу! Чувак, получай, это снайпер, походу. Видели, это снайпер. Куда ты, нагастый? Угу! Ого! Ничего себе он нам наносит урон, ребята. Надо уходить от него. Кусается гаденыш. А, наш его прикончил сверху. Вас уничтожил кто? Ничего себе, смотрите, какой-то ушастый с ракетами. Непонятно, что это было, но оно нас уничтожило. Прям здесь ездил только что, я видел. Враг, ну, почему-то... А ну, вот синенький, смотрите. Вот он. Ого! Ого! Будем кружлять, чтобы он по нам не смог попасть. Мы его убили, представляете? Слабак. Он такой большой был, и ноги крутые, но он не смог, ребята. Здесь нужно двигаться. То есть, я понял, будем создавать роботов таких подвижных, чтобы по нам не могли попасть. Ай, хилочка. Нам нужна хилочка. И щита нету, без щита, без ничего. А ну, появляйся. Ничего не появляется. Ну да ладно, поехали повоюем. Почему мы так всираем жестко? Хочу посмотреть на... статистику, что они тут-то? Как они вообще играют, что так сливается? Непонятно. У синих уже 23, а у нас 15. О, смотрите, их тут вообще очень много. Там еще снайпер где-то сидит. Ребята, снайпер. Прям вся синяя команда напала. О, доберем. Добрали. А я куда делся? Что со мной произошло? Я в текстуру врезался. Ребята, надо уходить. Надо уходить быстренько. Вот так, смотрите, уходим.
Ракеты, хпшка, хпшка. Взяли хпшку. Едем вперед. Ого, это по мне так стреляли жестко, да? И промазали? Отлично, вот, ай, он за мной прям вплотную, тихонько сзади подъехал. Какие-то у него колеса такие тихие, да, резиновые. На резине, чувак, так у них все точки, походу, да? То есть у нас ни одной точки нету. Или это просто, это точки респауна? Непонятно, слушайте. То есть это по убийствам, я понял, кто больше убил, та и команда побеждает. Ага, вот что оно, я все раскусил. Что, давайте сиганем с высоты, у-ху! Ну, нормально, сиганули, слушайте, ничего не повредилось. Вот, смотрите, толпой тут, а. Убьем жука, убили, отлично. Слушайте, замечательно. Толпой загрызли. Вот, вот, смотрите. Мы его убьем, какой-то он слабенький. Я перевернулся. О, щит, слушайте, тут щит, оказывается, есть. О, пулеметчик. Жирный пулеметчик, мы тебя убьем. Ого! У меня тоже как бы хпшки тратятся нехило, да? Надо сваливать, надо убегать и взять где-то... Вот хилочка. О, еще щит есть, смотрите. Аккуратно ездим. О, хотя бы в воду не заехать. А что у нас? 200 патроны есть у нас, ребята. Патроны у нас замечательно есть. Поехали. Тут, походу, они обосновались толпой. Тусуется. Ну, ничего, мы сейчас прям сюда заедем. Кто тут еще есть? Никого нету? Да ладно. Так, я не понял. А вот где вперед моего танка. Кто? Где враги? На той стороне. Так, взяли патроны. Едем, едем, ребята. Вроде бы, слушайте, мы не хило так, то есть сейчас играем. То есть мы должны даже, возможно, победить. Ай-яй-яй, один на один он меня уработал. Слушайте, на газ-то, а как он меня уработал? У него, похоже, пулемет стоит или в чем прикол? Как он меня так смог? О, давайте сейчас. О, удобно, как я появился. Прям вообще удобно. Сзади меня что-то есть, ребята. Сзади меня кто-то есть. О-о-о. Охренеть. Так, уходим. Жук. Надо уходить, ребята. А он тут тусуется, потому что тут этот есть, слушайте. А, сзади, сейчас мы его сзади убьем. Ха-ха-ха, дружище, ты сдох. Ты сдох. Вот, патроны у нас есть, кстати. А что-то с хпшкой, не вижу за микрофоном. Так, 60 хпшки у нас. Ясно. Это кто? Это наш появился, да? А враги где? Не понимаю, почему мы так жестко сливаем? Что у нас за команда днарей какие-то, а? Ох, слушайте, что у него за пушка такая? Огненно огнеметом! Он нас хочет поджечь! Пошел в жопу! Ха-ха. А кто меня? Кто меня? Он же меня убил! Да, видите, как огнемет нехило рубит. У него огненная пушка прям какая-то. Вот смотрите. Давай, давай. Вот он нас убил, мы его тоже убьем. Черт, прям на такого жука свалиться, я хренею. Да, вы посмотрите, какой жучара там лазит. Да что тут они толпой воюют, что-то непонятно. Давайте мы сейчас его тихонечко убьем, там снайпер, непонятно, чем они тут занимались вдвоем. Один вражина, один наш. Ну мы походу слили, потому что у врагов 35, я так понял, кило. А у нас 36, то есть очень мало по кило. Так, ну что у нас, патруль? Мы уже ничего не успеем, ребята. Вот вам и командный бой. О, привет, жучок. Давайте этого доберем. Доберем. Да ни хрена себе, у него какая пушка мощная, вы видели? А, у него вот эта ракетница, на которую у меня не хватило бабла, скажем так. Не хватило у меня валюты для ракетницы. 13 секунд. Ну, и может никого убить за 13 не успею. Вот сдохнуть я точно успею. Да что ж, давай назад, назад, едь. Забаговал в текстурах. Или что меня вообще забаговал? А, и втроем, и снизу, сверху счет. Убито противников. Смертей 6. Ребята, убито... Я в шоке. Убито противников. 20... А, это... Подождите, я не понял. У кого что? Поражение. Результат. Смотрим. Так, я заработал 2 монеты. Я 29 штук убил, что ли? Или это общая команда убил? Ладно, хватит, мы уже повоевали.
Вот вам, ребята, и командный бой. Воин! Прям как воблер, только воин. Надо уходить отсюда. Надо уйти. Покинуть игру. Да, ребята, вот такая вот у нас была серия по игре Gear Up. Мы создали... Как создали? Поставили новую пушку на наш танчик. Поиграли первый раз в командном бою. Мы поняли, как тут все играется. Как обычно, рандом. Неизвестно, какую команду вас нахрен закинет. Потому нужно играть аккуратно и желательно с хорошим танком. А с вами был Воблер. Хотите продолжение? Обязательно ставьте лайк. Всем удачи, ребята. И пока.